Всем привет-привет, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня я хочу вас порадовать невероятно классным рецептом банановых капкейков. Получаются они очень нежными, очень сочными, воздушными. Посмотрите, какая у них классная текстура. Надеюсь, что данный рецепт вам понравится. Ну что же, давайте будем начинать его готовить. Для данного рецепта нам понадобится 400 грамм муки, 1,5 чайной ложки соды, 1/2 чайной ложки соли, 240 грамм сливочного масла, 2 стакана сахара, 2 яйца, ванильный сахар, 300-350 грамм мякоти банана и 270 грамм сметаны. В тяжу миксера отправляем сахар, яйца, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, а также, конечно же, щепоточка соли. Отправляем все это взбиваться до бела. У меня на это ушло 20 минут, но вы смотрите, конечно, по мощности вашего миксера. Пока наши яйца взбиваются, мы с вами добавляем соду в сметану и тщательно перемешиваем до однородности. Как только наша масса побелела, выключаем миксер на более низкие обороты и начинаем медленно добавлять сметану, смешанную с содой. И вымешиваем миксером все так же на медленных оборотах до полной однородности. Мякоть банана нарезаем небольшими кусочками. На медленных оборотах миксера начинаем добавлять муку. Делаем это постепенно, стараемся, чтобы масса вымешалась как можно лучше. После этого смело добавляем наши бананы и еще раз все хорошо вымешиваем. Вот такое у вас должно получиться тесто. Желательно, чтобы оно было как можно более однородным. Теперь раскладываем его по нашим капсулам. С данного количества теста у меня получилось 18 штук. Выпекаем при температуре 180 градусов приблизительно 20-25 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на сухую шпажку. Вот такие в итоге капкейки у нас получились. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите мне свои лайки. Также, конечно же, я буду ждать ваших комментариев. И если вы были сегодня со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!